Ой, наши бутузы-малыши. Это прямые метисы овчарок. То есть у них мама восточноевропейская. Вот папа какой-то загульный, так как у нас есть белые пятна. Вот такие некрасивые. Вот. Но они очень такие, во-первых, крепенькие. Чу-чу-чу. Славные детки. Мы забирали их с мамой вместе. Они в таком заброшенном месте были, в бункере, в воде. Сейчас у них уже есть первая вакцинация. Вот через 5 дней уже вторая. То есть они такие готовы к отдаче. Единственное, что ну, это единственные наши подопечные, которые мы хотели бы, чтобы человек, который будет брать, возместил нам стоимость стерилизации вакцинации.